Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова Демастер Максим Кайчупа. Всем привет. Всем привет. И мы играем с вами в Террарию. Это уже четвертая серия, да, ребят? Или третья? Уверен? Я пошел. Я по пятой. А вот что там? Думаю, то, что там было, никогда не будет моим. Пойдемте вниз, спустимся. У меня отличная идея, народ. Но. Козлы. Докладывает моя разведка. Как докладывает моя разведка, там идут джунгли. Я прав. Да. Ты я прав. Прям. Почему? Потому что джунгли чаще всего нравятся. Поверь, там очень сложно. Очень Остались. Сложно умереть? Очень сложно вкусить. Почему? Блин, не падайте туда, где я. Там фигня. Ну, точнее, тупик. Чё ты добываешь, Максимка? Камень. Чё за зонтик? Ты чё, наркоман? Какой зонтик? Ты чё? Ты о чём? У этого наркомана зонтик, говорю. А, он может вверх разлетать зонтик. Ты гонишь. Слышь, может не пойдем в джунгли? У нас тут шмотки с собой. Ну, ты прав. Да ладно, у меня, в принципе, особо шмоты нет. Что не сказать о мне? Ладно, валю отсюда. Давай, я продолжаю дальнейшее исследование. И что, если что-то будет, скажу. Окей. Я, короче, пока вернусь домой, нужно заняться печкой, там, выплавлением новых инструментов и так далее. Да. И мне какую-нибудь, я не знаю, кирку, что-то железное выплыв. Чё ты охренел? У нас общие ресурсы, чувак. Что ты охренел? Да, но у нас общие ресурсы. Ну, у меня только один вопрос возникает, ты охренел? Я копал железо. Ты копал железо? Я копал железо. Ты копал железо? Потом скажи мне, честно, ты копал железо? Потом я подорвался, и это железо стало твоим. Вот скажи мне, честно, ты накопал железо? Вот ты лично накопал железо? Если не считать то, что там где-то подорвался, что там случилось, все не считается. Сволочь. Ей-богу, сволочь. Я не сволочь, я экономист. Именно. Ты мне кажется, что все экономисты сволочи? Я промолчу. По поводу этого вопроса. Ты боишься вызвать на дуэль всех экономистов мира? Да. Они меня по IP вычислят. Но не хватит средств, поверь мне. По счету на банке вычислят. Боже, меня изнасиловать хотел синий слизень. Ну знаешь, хватит в хентаях. Хентакли или как-то так называется, да? Да. Вот японцы странные люди. Почему? Просто это надо было придумать. Ну как, что придумать? Есть осьминоги, правильно? Хорошо, что не муравьи. Ну и такое, наверное, есть. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что да. Ха-ха. Все, я друг. Мэйдэй. 4 жизни. Ты перезайди на сервер. Окей. Поздно. Сейчас добегу до своих вещей, они. Ну, в принципе, не один. Но я хотя бы около базы уже был, просто разбился как лалка. Не собирай мои вещи, Чупа. Не буду. Чупа, не собирай мои вещи. Чупа, я дверь за собой закрыл. Ты куда пошел, дурак? Я в другом месте был. Ну и ладно. Максимка, ты выглядишь очень странно. О боже. Ты, Максим, когда выглядишь очень странно, как всегда. Максим, тебе вообще от дома нельзя отходить. С тобой нельзя идти в разведку. Нет, у меня был Майнкрафт открыт. У тебя же есть эти штуки для карабкания. Но. Дай мне их. Но. Мне нужны, чувак. Но. Так что ты в воду уходишь, тебе дать их? Давай. А, роб тебе нужен, да?
Нет, штуки для карабкания. Я забыл. Да ты пока ты нас сдохнешь 6 раз, вернешься. Перчатки. Вернешься там, короче, слышишь? Окей. Тебе в комментариях будут писать демастер жадный. Нет. Слышишь, что он говорит? Демастер лжет. Демастер разумный. Ёб твою мать, я бы чуть не умню овер. Это слышь, какой-то чувак с самотыком на меня бежит, а все. Надо провести сейчас ПВП. Ты думаешь, ты сможешь победить? Да. Думаю, да. Нет, я думаю. Давай лети на базу прямо сейчас. Прямо сейчас. Вещи возьму? Нет, прямо сейчас. Ты хочешь прямо сейчас ПВП? А потом я уже буду не согласен. Симка врубил ПВП. Димастер еще не врубил. Как врубить ПВП? Врубить? Да. Видишь, там такие два меча. Где? Но, вижу. Кликни на них. Кликни на них? Максимка сейчас. С своим самотыком. Вот это мне достало, блин. О, да, детка. Что за дерево, слышишь? Это нечестная тактика. Самотык больше дамажит, не на какой ПВП. Он реально больше в два раза дамажит. Подожди, что за самотык? Всё, ты всё уже? Ну я выиграл. Выиграл. Я ещё сюрикены не достал. Я выиграл. Давай, продолжим ПВП. Слушай, зачем когда-то врубил? Ты что собирался сделать, а? Так, ладно, слышишь, Максимка, давай это... Что-то с печкой решать. Надо что-то уже крафтить реально и заниматься именно игрой, а не дурачеством. Да, я не знаю, что там. Че? Так, мне нужно вообще нормальное оружие. Скрафти? Лучше найди, не трать ресурсы. Нужны ресурсы на оружие. Тебе нужно железная кирка, что-то? Да. Хотя бы одна штука. Ой, ребята, случайно скрафтил себе Iron Ball. Сойдет, неплохое оружие. Точно? А стрелы из него из чего делаются? Обычные стрелы? Смотри, у гида. Знаешь, там чувак гид. Ну да, я помню, не, не хочу так. Так интересно. Как скажешь. Так вопрос, как сделать стрелы? Стрелы делаются, насколько я помню, из дерева и камня. Стандартные стрелы. Чтобы не стрелять огненными, нужно еще факелов добавить. Да, у меня небольшие проблемы. Так, стоп, где? Так, 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 так. Ёшкин кот, что это у меня с горлом-то? О, слышь, Максимка, давай ПВП. А что здесь бороду не слышишь? Правда, хочешь ПВП? А что ты что, зашел за свой класс? Нет. Услышь, он за основного персонажа зашел. Нет, не мой основной, это я уже броню себе сделал. Включай, давай. Ты же себе броню скрафтил, чувак. Молодцы. Я еще давно себе броню скрафтил, даже когда там ПВП шелест. Ну, так, ну что, ПВП? Включай ПВП, давай. Димастер. Пока. Слышь, ублюдок, ты что делаешь-то? Это сюрикены, сила. Не нужно было меня убивать? Теперь я дома доминирую. Это я сервер, чувак. Это мой дом теперь, все. Отдай мне мои вещи. Какие вещи? Вещи мне верни, чувак. Иди отсюда. Не дай мне тебе ничего. Я бессмертный. Слышь, Максимка, ты нарываешься на то, чтобы я зашел? Нету у меня вещей твоих. Все, я вернул все твои вещи. Посмотрю тебя в инвентаре. У меня нет вещей. Вот теперь все. Первый сундук. А, вижу, но. Фух, спир, сюрикены. Кнайфы себе забрал, негодяй. Ничего не съесть, себе не забирал. У меня только два зелья. И... Эй! Кто-то мои перчатки забрал. Чем ты понял? Собака. Он заметил, да? Максимка, все за тебя. Слушай, где стрелы? Вообще ты мне предложил ПВП. Нет! Блюдок еще и клевечет меня.
Дайте мне камни и дерево. Поищи. Вроде в сундуках должно быть. У нас нет ни камня, ни дерева. А вот стрелы я нашел, не хватит. У меня есть 11 стрел. Не думаю, это вам. Максимка, спускайся на первый этаж. Ты хочешь ПВП? Давай, спускайся на первый этаж, если не застал. Окей. Сейчас я ПВП включу. Тут, сучка. Закидал. Это моя броня, говоришь? А, у него софткорд. Я забегаю, я с собой. А у него софткорд, слышишь, он вас. Обоссан, слышишь, Максимка просто обоссан. Нет, сейчас, подожди. Я приду. Ничего, это извини. Мы договорим, я не договорил. И что это изменит, слышишь, Максимка? И что это изменит? Ты отдашься монстру, вот что это изменит. Значит, ты танк себе заказал? Давай, иди сюда, бомж, я без брони, то сидели тебя. Тебя быстрее могу убить, чем я. Слушай, да я даже не буду тратить на тебя свои усилия. Бомжара. Ну ты выключил ПВП. Конечно, зачем его включать, если я... Я же не ты. Я же не дурак. Легкий троллинг, ага. Мастер. Ты даже был не троллинг, Дарь. Пока, Димас. Жесткая правда, да? Слушай, ты чё? Ты чё делаешь, чувак? Что ты делаешь? Ну, подставляю тебя, ублюдок. Чувак, чё, нужна твоя помощь срочно. Тут с домом проблемы. Подожди, вот он использовал взрывчатку. Да. Идиот. Демастер взломал весь наш дом. Демастер не трогал, да я на записи посмотришь, что он сделал. Этот ублюдок просто взорвал пол нашего дома. Он быстренько чинится, пока тебя нет. Блин. Нет. 27 хп. Слушай, он уже стенку построил. Ты что, сдох, чуба? Нет, еще жив. Я взял твои зелья. Мне, короче, нужно дерево и камень. Окей. По-моему, я все в сундук выкладывал. Ну, там ничего нет, там ни дерево, ни камень. Вот это весь и прикол. Выложил все, кроме дерева и камня. Зачем ты его таскаешь с собой? Ты его таскаешь с собой, у меня его нет. Если у меня оно было, я бы не спрашивал. Я всего 140 полен. Да столько, это единственное наше дерево. Да где нарубил? Так я рубил это дерево, чувак. Не вари, это дерево все я нарубил. Ладно, поделюсь с бомжом. А если что там за синяя голова такая бежит? Что ж, мне нужно хорошее оружие. Кому оно сейчас не нужно? О, давайте вызовем этого. Ты... Нашего старого друга. Кого? Пока бы? Ночью вызывать. М? Надо уже новые ночи вызывать, потому что это существо попадает, когда... День. Я в курсе. Слышь, да где у нас дерево и... Ладно, пойду накопаю, чё. Дерево накопаешь? Хочу повторить своих прошлых ошибок. Чё, ты не видел, что ты с домом творилось? Демастер просто его разнес. Демастер его вообще не трогал. Ублюдок начал ломать подобные блоки, открывать двери. Включай ПВП. Хочешь, погоди, я сейчас скажу все новые стрелы. И тогда бы ПВП сейчас, чего? Че, я уже сел. Какой-нибудь найду. Вон там друзья твои уже с тобой идут. Ты глянул хоть для приличия. А я что делал? Фигня, как ты страдал. Я сюрикена в них кидал. Что же дело? Ладно, пойду я ресурсов добуду.
Это ты на что намекаешь? Точно, так. Ну как, добыл? Сейчас, подожди, я как там нынче ресурсы? Точняк! Он читер! Чувак! Он может зайти в старый мир. Почему? Нет, подожди. Максимка, ты же играешь по правилам, я прав. Максимка? Что? Играешь по правилам. И какие правила у нас есть? Никаких. Правило в том, что не использовать... Слушай, он зашел за нового, за своего старого персонажа. Ты просто посмотри на него. Давай за эту неприватную игру, чупа. Какая броня? Да не знаю, он летает, за ним какие-то сферы летают. Он инвокер, короче. Какая у него броня? Инвокер шилд. Максим, какая у тебя броня? Инвокер шилд Максимус у него, слышишь? Я, конечно, тоже могу использовать своего старого персонажа. Я буду друг чуваком. Диматик, давай его. Чувак, меняй персонажа. Зачем я, подожди. Я посмотрю вообще, что тут за миг из себя представляет. Чувак, вот ты какую-то хрень типа наставил. Слышишь, что убери. Она исчезает со временем. Чувак, давай по-нормальному играть. Не мешай, это же летсплей. Ладно, сейчас я перезайду. Мне просто с того персонажа выкинуло. Да, выкинуло. Да-да, выкинуло. Мы же увидели глаз наркома. Я поймал глаз. Я просто... Ты наркоман? Я поймал глаз, чувак. Вон Максимка видит его, да? Издевательство над глазом. Пацаны, я глаз поймал. Просто с Максимки два пикинера. Максимка, ты чё? Ты не поранился? Я ничего. Максимка, ты не поранился? Нет, говори пока. Мам, а ты хочешь жизнь... сразиться? Я, у меня всю жизнь не помню. Откуда у вас по 250 жизни? Нет, 250. Давай, Максимка, сразимся. Хочешь сразиться? Да, давай. Дай одну вещь. Я тебе ее верну, буквально через... Чё ты отбегаешь так? Потому что я лучник. Мастер. А у меня тут дальнего боя нету. Включай ПВП, чувак. У меня дальнего боя нету. Чупакабра включил ПВП? Но я не жду, когда Максимка. Давай убьём его. Точно. Ого, он светит. Огненные стрелы с карты. Подожди, ты в какого? Ты в какой команде? Иди в синюю, Максимка. Я его отвлекаю, ты просто пуш. Точно, я пушечное мясо буду. У него ботинки, мы его не догоним. Просто напоминаю, это похоже к этому три бомжа. Но у него ботинки, мы его не догоним. Вы думали, я идиот, буду с вами драться, да? Мы тебя все равно догоним, там карта не бесконечная. У нас преимущество. Какое? Вы бежите... Слушай, у меня стрелы закончились, все. Мир. Вы что, смотрите, давайте я сделаю побольше стрел, да запопачимся. Чупа. Чупа, стой. Максимка, помоги, пожалуйста. Стой, Чупа. Попробуй меня догнать. Стой, Чупа, кабы. Блин. Кстати, в этой игре намного сбалансированная ПВП, в отличие от Майнкрафта. Я хотел бы заметить. Чупа, я просто хочу поговорить. Остановись. Нет. Остановись. А че ты ПВП выключил? Так нечестно, слушай. О, ребята, что это у меня? Че, с основного аккаунта зашел? Нет, я же не как вы, я честно играю. О, и что это у меня такое? Ребята! Димастер, хватит смотреть свои трусы.
Какой-то дурацкий троллинг, чувак. Знаю. Но... Он правдив. Чупа, зачем ты меня преследуешь? Я не тебя преследую. Я пытаюсь... Так, стоп. Вы Максимка дизейблит ПВП, что? Чувак, что это у тебя? Нужна твоя помощь, Максимка. Ничего не знаю, я меня... Ты что, в джунгли, что ли, пошли? Привет. Да, я пошел в джунгли. Ладно, подожди, сейчас я приду. Не уходи. Почему я бегу, тут сюрикены валяются повсюду? Че-то Чупа убегал. Я хотел с ним просто поговорить, но не получилось. Ты че, как разговор? Не знаю, Чупа выключил ПВП. Дай мне оружие, не договорили. Любое оружие. Да нет у меня оружия. Это единственное. Чупа, прыгай. Так, он тут. Спихни его. Давай, поубегаем дальше. Бежим, бежим, бежим. Мне нет оружия. Что у вас тут случилось? Я там помочь? Я не знаю, чем ты можешь мне помочь. Включи ПВП и иди к нам. Ну вы включите ПВП, я включу ПВП. Короче, я включу ПВП только когда вы включите ПВП. Защиту хоть какую-то давай мне, Максимка. Убей эту пиранью, убей ее. Спасибо. Ну что, будем спускаться вниз? Будем. Да, Чупа, пока. Тихо, Чупа. Прощай, почему вы? Почему ты выжил, а я умер? Как так? Умирай, Чупа. Умри. Не, нафиг иди джунгли, короче, я пошел домой. А вот эти вот ребята так не думают, да? Мне нужно дойти до... Чувак, это не Майнкрафт. Нет, 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 летучая мышь, нет, 17 хп, нет. Слышь, работай. Да, команда, работай. Просто задержки на сервере, понимаешь, дилей. Откуда там взялась летучая мышь? Ну да, килл мистер Чупа. Тимастер, короче, нужна твоя помощь. Но. Дашь мне ботинки буквально на одну минуту. Нет, ты бьёшь их просрёшь. Нет, я серьёзно. Мне просто я проигрываю. Ну ты серьёзно их просрёшь, чувак, я знаю. Я проигрываю с недостатком скорости. А с кем хуму ты проигрываешь, Максимки? Нет, летучим мышам. Чувак, я не хочу проигрывать эти ботинки, они реально хорошие. Поверь, я даю слово, они останутся при тебе. Через минуту? После того, как тебе их отдам? Через минуту. Минуту реального времени. Если ты его догонишь. А я начал снимать тебе админку со всех серверов Кристалликса. Великая потеря. Так вот о чем. То есть ты хочешь проверить ботинки на админку? Чувак, тебе не кажется неравноценный обмен? Короче, дашь мне эти ботинки? Зачем тебе? Че, Максим, какой ПВП? Включай ПВП и давай ПВП. Просто дай ботинки. Давай, иди ближе. Дай мне ботинки. Дай, иди ближе. Очень прошу, очень надо. Чупа, ПВП. В этой команде, Чупа. Дай мне эти долбанные ботинки. Тогда погнали по мосту. Народ. Чёрт, за тебя снизить не играет, это чёртов. Да. Я не хочу умирать, я еще так молод. Чего ты видел, как я бы его разнес, а? А чего в страхе убегает? Он меня не догонит. Чего, хорошо, ты можешь забрать ботинки, если выиграешь у меня ПВП. Сейчас. И я сейчас сделал фейспалм. Очень хороший такой. Меня не догонит. Сейчас. Тимастер, как я должен тебя убить? Может быть, киркой? А может, самотыком? Ну я не знаю, зачем ты просрал свой шмот, чувак. Моя главная проблема — это то, что я умер в джунглях. И все мои вещи теперь в джунглях. Ну это самая твоя главная проблема, чувак. Да. Ни отсутствие девушки. Ни, я не знаю, плохое настроение. А именно то, что я умер в джунглях. Как это тебе не казалось? Д
Димасти. Давай, включай. Слышь, ты зашел со своего аккаунта, прическа другая. Это мой аккаунт. Ты прическа другая, чувак. Я же вижу. Смотри, это шлем. Да-да-да-да-да, это шлем. И смотри, вот, смотри. Не вижу. Да-да-да-да-да-да. Откуда у тебя этот шлем, чувак? Медный шлем обычно. Да-да, медный шлем. Включай ПВП. Будь, если ты меня подождешь там, я включу ПВП, естественно. Давай. Знаете что? Чё? Я расстроен. Почему? Просто расстроен. Слышь, так нечестно, Максим. Ты дизейбл ПВП? Нет? Ты дизейбл. Эту серию стоит назвать очень-очень долгий день до чупака, блин. За эту серию, я не знаю, наверное, раз... 20 убер. Чёрт, тебе помогают, слизни! Отдай мои ботинки. Твои ботинки? Это я их нашёл. Это вообще мои ботинки. Я их подобрал. Потому что мои ботинки, чупа, реально, это я их нашёл. Ну, какая разница. Да, меня слизни убивает. Ты же слизни отдашься, да? Ты уже там всем даёшь. Побит. Потрачу. Я зря подпрыгнул. Так, теперь нужно пойти речку где-то найти, а то что у меня жизни маловато. О, машрум есть. Машрум, баджер, машрум. Ну, кто поймет. Максим, ты уже 20-0 в мою пользу. Сколько? Ну, это сука. Вообще, что мы второй раз только ПВПшимся. Не смущает. Тебя не смущает, что тебя не смущает? Нет, меня не смущает. В этом должен быть смысл. Так, где он умер? Давай, быстрее. Я налево бежал, короче, и упал. Чупа, ты чё за хрень? Чупа, я сейчас сервер вырублю. Чупа. Чё, он с основного зашёл? Чупа, я сейчас сервер вырублю, чувак. Идиот. Это Максимка, идиот. Максимка. Да, правильно, давай слизень, подталкивай меня. Чувак. Нет. Эй, Максимка, ты чё-то спёр всё-таки? Ладно, ребята, ну что ж, уважаемые зрители, подписчики, а что это такое у меня? Это семена. А где мой лук? Максимка, где мой лук? Максимка, ты что, лук забрал себе? Эй, что за херня? Что за дерьмич? Ломай ему ноги. Окей. Какого хрена? Я сделаю по-другому. Какого хрена он задумал? Спасибо! Как так я не пойму? До свидания, ну вас! Сами себя заперли! Я залагал, походу? Нет, называется... Он не мог выпиться. Или он читер? Это называется план Демайс... О, сердце нашел, представляете? Своё? Фух, ну что ж, уважаемые зрители и подписчики... Чай, ПВП! Чувак, погоди, надо закончить серию, мы уже долго снимаем. Естественно. Ну что ж, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами был Демастер. Подписывайтесь, ставьте... Демастер, Максимка и Чупакабра, точно. Совсем про вас забыл, ребят. Кого-то вы и не играли. Вот, ставьте... И вот я, ну, вас видели, они слились, сразу же упали вперед, а я там подпрыгнул сверху. Я не могу сказать. Идиоты. Они реально дубы. Увидели, что за говно, эй. Чувак, что за подстава? Почему у нас пол стал грязевой?
В общем, с вами были вот эти вот. Потому что чупака бы обил, да. Давай попрощаемся уже со всеми. Да, давай, давай. С вами был мастер Чупакабра и Максимка. Мы снимали Майнкрафт, наши пальчики устали. Чего? Ты чё меня перебиваешь, Максимка? Чё ты? Чупа, короче, ты чё, долго, Чупа, что он делает? Что он, мать его, делает, мать его? В общем, ладно, ребят, с вами была команда Last of Us. Всем пока! Всем пока! А нет, погодите, нельзя пока уходить, нужно... Какого хера, вы чё, вы под ПВП что ли? Ублюдки, вы сговорились, да? Патроны кончились! Я выиграл! Я выиграл! Ищи вещи, мои вещи! Слышь, Максимка, ты хочешь слушать хардкор? Ничего не знаю, у меня вещи. Всем пока.